для человека есть красота верховная. Знание есть клад, охраняемый теми глубинами, где этот клад сохраняется. Знание – орудие власти, счастья и славы. Знание – друг, что нас сопровождает в странствиях. Знание – самое сильное из всех божеств. Человек, лишенный знаний, не больше, как вьючное животное. Это Бальмонт был пока. Это был подогрев. И сейчас, как оно звучит... Да, Бальмонт учил санскрит у Сильвестра Леви в Париже. Ведь я Бога кори, я сейчас сука кори. Ведь я гуру нам гуру гу. Ведь я бандху джано видеша гамане. Ведь я параде вата. Ведь я раджа суку джате на хидганам. Ведь я вихина пощупаю.